Кукусики вам. Понедельник. Тепло у нас. Не знаю, как слышно или нет. Ветер. В общем, вчера ездили в парк. Мы приехали поздно. В начале 10-го приехали. Сегодня в школу не ходили. Отправили своего на работу утром. Зуб у него разболелся. Разболелся еще в пятницу, когда он был на Немесиле. Клиники закрыты, а начальник его втиснул на прием к врачу, но он в итоге приехал. А врач говорит, ну, вот здесь такие правила, ты не можешь. Вот ты приходишь в клинику, тебя обязательно должен осмотреть врач, только потом назначается лечение в следующий раз. А так как мы были в одной из клиник, ну, якобы нужно было обращаться туда. Опять-таки по записи мы думали, что мы успеем досидеть до бенефитов, чтобы, в общем, не за свои деньги чинить зубы, потому что нам насчитали там около 2000 долларов за один зуб. Вот, но не досидели. В общем, завтра у него запись к врачу, поедет. Вот. Оставили его дома, потому что плохо ему уже несколько дней, вот, и все равно вроде как выпил не местило, все равно там что-то ноет, болит, он плохо спит, естественно. Вот. В общем, оставили его отдохнуть, идем с Колей на площадку. Вот. Хочу снять видео. Хотела попытаться перейти на YouTube. У меня канал там есть с 2014 года, но там нет видео. Было там пару видео для Полины, я снимала, ну, как бы я удалила там такие игрульки какие-то, чтобы она могла смотреть, ну, ничего интересного. Но я не знаю, я залила туда пару видео из ТикТока, мне не нравится качество, не совсем понимаю, как снимать, чтобы было хорошее качество. Может быть, потому что это видео я удалила с телефона, залила заново в ТикТок, ой, из ТикТока, и оно как бы плохое качество теперь получается, я не пойму, или потому что... Я снимаю на камеру телефона, тоже мне не совсем понятно. В общем, надо с этим вопросом еще разобраться. Вон Тесла, ты спрашивала. Вон серая стоит. Вот, в общем, хочу. Потому что мне не нравится, что ТикТок дает только 10 минут снимать. А у меня бывает настроение поговорить, порассуждать. И я могла бы, в принципе, или как в парке мы гуляли, да, видео 22 минуты, и пришлось сделать 3 видео, потому что ну, не дает TikTok больше. Хочу попробовать посмотреть, как это сделать, надо подумать. Поснимаю, повыкладываю сразу с телефона, а не скачивать видео из TikTok. Попробую туда позагружать. Там пару видео есть, я же говорю, скачала с TikTok, пару видео есть, но мне не нравится качество. В общем, надо подумать над этим. Хочу там еще в Ютубе попытаться что-то снять, выкладывать. Так мне было бы проще там. Ну, собственно, все. Пойдем погуляем немножко. Как-то так настроения нет из-за зуба Сережного. Или подрастроилась. Да будь здорова, правда. Не, не пойдем туда. Нет. Жалко, конечно. Да? Ну, в общем... Если что-то придумаю, потом попозже, может быть, я выложу ссылку на YouTube-канал. Может быть, когда туда позакладываю, повыкладываю туда видео подольше. Ну, в общем, до новых встреч, увидимся, когда увидимся, пока-пока.